Қайырлы күн, ғаламтор желісінің оқырмандары. Сіздің назарыңызға дүниежүзілік кітап және авторлық құқықты қорғау күніне арналған кітап жасасын атты бейне презентациясын ұсынамыз. 23 апреля повсеместно празднуется День книги и авторского права. Инициативу по созданию праздника провела организация ЮНЕСКО на международной конференции, решающей вопросы образования, науки и культуры, общественности. Созванная Организацией Объединенных Наций 23 апреля 1995 года в Париже. Праздник же вступил в силу только в следующем году. В этот день принято устраивать книжные ярмарки, проводить встречи с писателями и дарить друг другу книги. Давайте же с вами узнаем историю создания книг. Много лет тому назад не было ни чернил, ни бумаги, ни тем более книг. Все рассказы про отважных воинов, про луну и солнце рассказывали вслух, передавая их из уст в уста. Затем появились каменные книги, затем деревянные. После последовали глиняные и восковые дощечки. Племена инков использовали узелковое письмо для сохранения и передачи информации. Египтяне, воспользовавшись пиктографией, изобрели свою систему письменности – иероглифы. Это были священные письмена, которые обозначали слово или слог. Этим способом писали на каменных гробницах, статуях и папирусе. В Африке по берегам рек и озер растет удивительное растение – папирус. Славен он тем, что на нем писали первые книги. Середину тростника – папируса – разрезали на полоски, укладывали друг на друга, прижимали тяжестью и сушили на солнце. Получались листы, затем их склеивали, и так появились книги-свитки. Там же, где не было папируса, использовали пергамент. Пергамент делали из кожи коз, телят, овец. Кожу тщательно чистили, скобили, шлифовали, пока она не становилась желтой или же белой. Лишь через многие века появилась наша современная книга. За период своей истории книги прошли длинный путь развития от глиняных табличек Вавилона и Шумера до египетских папирусов, через пергаментные книги средних веков и такие привычные нам книги из бумаги до современных электронных книг. И говоря о книгах нашего времени, то с одной стороны любовь к книгам сейчас потесняется телевизором, компьютером, смартфонами, ведь проще посмотреть какой-то фильм, поиграть в компьютерную игру, нежели почитать книгу. А с другой стороны, умные и образованные люди, стремящиеся к познанию, всегда будут читать, и им есть где развернуться в современную компьютерную эру. Ведь книги получают новое развитие, появляются электронные книги. К тому же с развитием интернета можно легко получить доступ к самым разным книгам, даже не выходя из дома. И это здорово. Благодаря книге мы получаем доступ не только к знаниям, но и идеям, духовным и моральным ценностям, пониманию красоты и творческим достижениям человека. Носитель информации, основа образования и творчества, книга дает возможность каждой культуре рассказать о себе, знакомиться с обычаями и традициями разных народов. Отмечая Всемирный день книги и авторского права, мы все должны особое внимание уделить важной роли книги в сохранении и приумножении культуры каждого государства, ведь книга – это лучший помощник в наших общих усилиях по защите и обогащению культурного наследия человечества. Приглашаем вас в библиотеку «Филиал Западный», который находится по адресу Гагарина, 9А. Спасибо за внимание.